Со времени изобретения железной дороги уже прошла не одна сотня лет, и железнодорожный транспорт преодолел долгий эволюционный путь развития. Добро пожаловать на канал Парадокс, и сегодня вы увидите самые быстрые поезда в мире. Сапсан. Хотя современная эксплуатационная скорость этого поезда ограничена 250 км в час, его модернизация, и скорее модернизация пути исследования, позволит составу идти со скоростью в 300 км в час. На данный момент это невозможно по множеству причин. Одна из них – вихревой эффект, который способен сбить взрослого человека с ног на расстоянии в 5 метров от путей. Также Сапсан ставит один забавный рекорд. Это самый широкий скоростной поезд в мире. Хотя поезд построен на платформе компании Siemens, за счет более широкой колеи, используемой в России, 1520 мм, стало возможным увеличить ширину вагона на 300 мм. И это делает Сапсан самым пузатым поездом пулей. KTX Sanchon. Поезд Sanchon, ранее известный как KTX-2, был введен в эксплуатацию в Южной Корее в 2009 году. Он был построен компанией Hyundai Rotem на основе технологий французских поездов TGV и принадлежит Korail, национальному железнодорожному оператору Южной Кореи. Хотя он может развивать скорость до 352 км в час, в целях безопасности он не ездит быстрее 305 км в час. Комфортабельный поезд вместимостью 363 пассажира осуществляет движение по маршруту Сеул-Пусан. ETR-500. Для электропоезда ETR-500, выпущенного в Италии еще в 1993 году, рабочая скорость доходит до 300 км в час, а рекорд скорости был поставлен в 2009 году в туннеле между Болоньей и Флоренцией и составляет 362 км в час. Поезд преодолевает расстояние от центра Болоньи до Милана всего за 56 минут, а это более 220 км. AVE Talgo 350. AVE – торговая марка компании-оператора испанских железных дорог Renfe. Все поезда класса AVE являются высокоскоростными, но особенно отличается скоростью электропоезд Talgo 350 вместимостью 318 пассажиров, разгоняющийся до 330 км в час на маршрутах Мадрид-Вальядолид и Мадрид-Барселона. В 2004 году во время испытаний поезд развил скорость 365 км в час. Из-за внешнего вида, схожего с утиным клювом, Talgo 350 получил прозвище «Pato», что означает «утка» по-испански. CRH-380A. Этот китайский поезд рассчитан на максимальную эксплуатационную скорость 380 км в час. При этом рекорд скорости 486 км в час. Высокоскоростной 8-вагонный поезд с интерьером самолетного типа вмещает в себя 494 пассажира. Корпус CRH-380A выполнен из легких алюминиевых сплавов. Вес вагона не более 9 тонн. Конструкция корпуса всесторонне оптимизирована с применением значительного количества новых конструкционных и вибропоглощающих материалов, что в совокупности снизило вибрации корпуса и повысило комфорт. В сентябре 2010 года CRH-380A впервые был пущен в эксплуатацию на маршрут Шанхай-Нанкин. С 26 октября поезда в ежедневных рейсах на линиях Шанхай-Ханчжоу и Шанхай-Нанкин с максимальной скоростью до 355 км в час. Шанхай-Маглев. Шанхай-Маглев – это еще один китайский скоростной поезд, но уже на магнитном подвесе. Эксплуатируется в Шанхае с 2004 года. Что интересно, разработчиками являются не китайцы, а немецкая компания Transrapid. Максимальная скорость экспресса составляет 431 км в час и удерживается в течение примерно полутора минут, что позволяет преодолевать расстояние от центра города до аэропорта 30 км всего за 7-8 минут. Но нам нужна максимальная скорость. В тестовом запуске еще 12 ноября 2003 года шанхайский «Маглев» развил скорость в 501 км в час. TGV POS. Эти французские поезда курсируют между Францией и Швейцарией, а также между Францией и Германией. При этом их рабочая скорость составляет 320 км в час.
но они известны тем, что им принадлежит рекорд скорости для рельсовых поездов. В июне 2007 года планировалось сдать линию LGV East в эксплуатацию, но до официального открытия было решено оценить ее возможности, установив заодно новый мировой рекорд. Для установления рекорда был взят электропоезд TGV POS номер 4402, который подвергли модернизации, в ходе которой число промежуточных вагонов сократили до 3, и 3 апреля при большом количестве журналистов и корреспондентов поезд разогнали до скорости почти 575 км в час, тем самым официально установив мировой рекорд скорости для рельсовых поездов, который до сих пор не побит. Поезда серии Синкансен. Синкансен – это сеть линий и одноименных японских высокоскоростных поездов. Первый поезд пущен в эксплуатацию еще в 1964-м. Сегодня экспрессы Синкансен, состоящие из 16 вагонов, преодолевают расстояние между Осакой и Токио за 2 часа 25 минут. Поезд имеет своеобразный продолговатый нос, благодаря которому получил прозвище «утконос». Также их часто называют пулями, и на это есть веская причина. Рекорд скорости Синкансен для обычных железнодорожных линий составляет 443 км в час. А на магнитном подвесе долгое время держался рекорд в 581 км в час. Но 21 апреля 2015 года в ходе испытаний на экспериментальном участке путей протяженностью 42 км в префектуре Яманаси состав с вагонами Синкансен серии L0 развил скорость в 603 км в час, что является абсолютным рекордом скорости для всех типов поездов. На этом все, друзья. Ставьте лайк, если бы хотели прокатиться на самом быстром поезде в мире. А также подписывайтесь на канал Парадокс, чтобы не пропускать новые видео.